Рынок HD-телефонов весьма многочисленный. Каждая новая модель стоит особняком, а любая новинка моментально вызывает повышенный интерес. А если у аппарата еще и масса других достоинств, то успех ему точно обеспечен. Яркий, стильный, компактный, мощный и недорогой Sony Ericsson Vivaz – герой сегодняшнего обзора. Из коробки мы достали сам телефон, зарядное устройство, батарею, документацию и наушники. Приятный бонус от производителя – карта памяти microSD на 8 гигабайт. Эта продвинутая модель наполнена под завязку массой полезного и нужного функционала, поэтому в первую очередь поражают компактные размеры телефона. Рост 107, ширина 52 и толщина 12 мм. И весит к тому же всего 97 грамм. Впечатление миниатюрности усиливает отличная эргономика. Края скошены, изгиб корпуса под ладошку. Удобно, красиво. Телефон изобилует глянцевым пластиком. Но в чем фишка? Блестит, но не царапается и не пачкается. По бокам пластик чуть прозрачный, где мягко пульсируют светодиоды при входящих звонках и сообщениях. Конструкторы постарались на славу. Все эксклюзивные и стильные фичи устройства тщательно продуманы и взвешены. Дальше больше. Выбираем расцветку. Есть синяя, черная, серебристая и розовая. Варианты окраса дополняют глянцевую сущность. Сдержанные консерваторы ухватятся за черную модель, а дамская часть аудитории замрет в изумлении от гламурного тандема материала и романтичного оттенка. Помимо дизайна и добротной сборки, приводит в восторг 3,2-дюймовый сенсорный экран с разрешением 360 на 640 пикселей. TFT-технология презентует палитру из 16,7 миллионов оттенков. Картинка получается удивительно яркая, насыщенная, с глубоким черным цветом. Очень хорошо прорисованы иконки и шрифты. Интерфейс выглядит аккуратным, красивым. Экран резистивный, но защищен твердым пластиком Scratch Resistant, устойчивым к царапинам. При отмеченной чувствительности к минимальным нажатиям он может управляться и стилусом. Над дисплеем находится датчик освещенности и приближения, а также камера для видеофонии. Снизу три тонкие клавиши управления, прием-отбой вызова и меню. Смартфон щедр на интерфейсы. Сверху выделенная серебристая клавиша питания, блокировки и переключения звуковых профилей. Правая грань радует отдельными кнопками для фото и видеосъемки. Первая с преднажатием для фокусировки. Сдвоенная качелька универсальна. Она и звук регулирует, и картинку масштабирует. И зумом камеры управляет, и интернет-страницы увеличивает. Слева динамик, заглушка microUSB и 3,5-миллиметровое отверстие под наушники. Внизу крепление для ремешка и стилуса. На тыльной стороне поселилась 8-мегапиксельная камера. Под крышкой спряталась батарея, симка и слот для карт памяти. Vivaz U5i работает на платформе Symbian S60 с новой фирменной графической оболочкой. Последняя расширила рабочий стол анимированным флеш-фоном и 5 экранами. Это ярлыки, избранные контакты, закладки браузера, а также фото- и видеогалерея. Наполнение оболочки можно настроить, перемешать и, самое главное, изменять на дополнительные флеш-плагины. Например, клиент Twitter, Facebook и другие онлайн-сервисы, а также игры и пару заставок. Их можно загружать и устанавливать самому. Главное меню разбито на 12 иконок, 3 на 4. Можно настроить список, упорядочить, создать новые пункты. В настройках сменяются темы оформления, выбирается фоновый рисунок, подстраивается яркость подсветки и размер шрифтов, а также предлагается еще куча различных корректировок. Красиво, эффектно и практично. Интересная деталь – главный экран и рабочий стол реагируют на датчик движения. Картинка меняет ориентацию буквально на лету. Vivaz – единственный Symbian смартфон с такой фишкой. Функциональность галереи тоже улучшилась. Все фотографии идут одной лентой. Вначале новые. Тут же отображаются и видеоролики. Визитная карточка всех устройств Sony Ericsson. Это фирменное мультимедийное меню. Есть отдельные пункты фото, мьюзик, видео. Интерфейс отлично прорисован. Присутствует анимация при переходе. Скорость работы на высоте. В аппаратуре установлен мощный процессор ARM с частотой 720 МГц. 256 МБ оперативки и 78 встроенной памяти компенсируются microSD HC на 8 ГБ в комплекте. Предусмотрено аппаратное ускорение 3D графики. Телефон работает очень быстро, без каких-либо задержек. Даже перемотка внутри большого видеофайла занимает доли секунды. Скорость работы навигации по меню, плавность операций также очень хороши. В целом по быстродействию смартфоны конкуренты отдыхают.
телефон получил стандартный джентльменский набор средств передачи данных – Wi-Fi, Bluetooth CDR и UMTS. Как приятный функциональный довесок – GPS-навигация. Эта новинка также может похвастаться камерой 8 мегапикселей с автофокусировкой и светодиодной вспышкой. Главное достоинство аппарата – мобильное видео. Да не простое, а HD, то есть 1024 на 720 точек при 24 кадрах в секунду. Традиционный интерфейс позволяет оперативно менять сюжеты и тип фокусировки, корректировать экспозицию и переключаться на панорамную съемку. Для ленивых – режим автоматики. Для любознательных – куча дополнительных интересных нюансов в настройках. Кстати, смартфон не только записывает видео в 720p, но и прекрасно его воспроизводит. Дальше больше. Не подкачал и музыкальный проигрыватель. Из плюсов – высокое качество и громкость звука, проработка средних и низких частот, удобное редактирование списков воспроизведения и поддержка обложек альбомов. Помните, мы говорили в начале обзора про богатый функционал при миниатюрных размерах? Теперь мы с уверенностью можем сказать, что это так. Возможности VIVAS действительно огромные. Сильные стороны у шустрого смартфона все. От сборки и дизайна до MP3-плеера и HD-видео. Уступает конкурентам VIVAS только в цене. Но мы думаем, что пользователь не сильно расстроится из-за этого нюанса.